Итак, мы высадились на самое шикарное место Карельского перешейка. Ох, нарадоваться не можем, потому что оно все пусто, никого нет. Все испугались дождя и уехали. А мы, не глядя на дождь... Вот Серега сейчас позирует на фоне скалы. Он позирует, да, да. Андрюха пытается сделать кофе. Викуля просто радуется. Я уже провел разведку и привез первые трофеи. Первые трофеи, да, захвачены Серегой. Все нормально.